Стояли в пробке дольше, чем обычно. Движение по улице Чапаева было на несколько часов затруднено из-за аварии. Два автомобиля перекрыли полосу движения. По словам очевидцев, Mitsubishi и Chevrolet двигались по улице Кутикова навстречу друг другу. Один из водителей свернул на Чапаева, не уступив дорогу автомобилю, двигающемуся во встречном направлении. От этого обе иномарки развернул поперек движения. По словам полицейских, прибывших на место происшествия, виновник аварии станет известен после разбирательств. Однако, по предварительной версии, правила нарушил водитель Chevrolet, который при маневре должен был уступить дорогу Mitsubishi.